Нужно что-то новое перед походом к разрывам мира? Имея в виду, я все это не одобряю. Не забывай мыть руки! Oh!
Oh!
Берегись, сзади!
Свобода. Да, ты свободна. Мои сестры, им выпала та же участь? Да, но мы их спасем. Вы оба смелы. Желаю вам удачи. Вальхалла ждет. Оба? Она меня и не заметила. Зачем так сопротивлялись? Серьезные противники. Тебе полезно. Обычно родители следят за тем, чтобы ребенок высыпался. Thank you.
Ивальди обожал вращающиеся клинки. А как по мне, так это жестоко. Ну, не надо ничего покупать ради меня. Отец!
Вам что, нравится в мастерской Эвальди? Я смотрю, вы долго в ней торчали. Значит, Эвальди создал туман? Нет, нет. Туман в Нифльхейме был всегда. И снег. Бесконечный снег. И ветер. И лед. Тут всегда было мерзко. Но Эвальди сумел подчинить себе силу холода. И создал чудеса, которые потрясли людей и богов. Ого! Да, ого! И что было потом? М? Когда Эвальди создал чудеса. А, ну да. Одину не нравилось, что гномы создают устройство великой силы, поэтому он решил вмешаться. И Эвальди пришел в ярость и отомстил. Ситуация обострилась, и вот что вышло. Проклятый туман. Поэтому с богами лучше не связываться. Не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата, но он воняет, словно куча навоза. А, говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? Вы сделали молот Тора. О, да, точно. Йольнир нас прославил. Славное было время. И боги, и короли знали наше клеймо. Мы вместе были силой. И что же? О, ну, долго рассказывать. Вышло так, что нам стало сложно искать искру, понимаешь? Вдохновение — капризная штука. А? Ой, не отвлекай меня. Видишь, сколько тут нужно убирать?